Всех приветствую, братики. Вы на канале разума, на канале здравого, на канале смысла. С вами Дмитрий Вайс. И сегодня я буду повествовать вам о секретах воздержания. Поступали вопросы о том, как же ты воздерживаешься, ребят. Очень просто, я сейчас вам открою все карты. На самом-то деле секреты есть, и их немного. Люди спрашивают, почему я могу только неделю, две, максимум. Почему я не могу долго воздерживаться? Ребят, поначалу так и будет. Поначалу даже неделя – это уже результат. Две – отлично. Месяц – прекрасно. Просто держитесь, слушайте, внимайте, и будет вам счастье. Первое, что вам надо знать – ваше инфополе. Все, что вас окружает – каналы, социальные сети, YouTube-сообщество. Все, все каналы вокруг – это ваше информационное поле. Контролируйте его. Фильтруйте. Обязательно, ребят, это очень важно. В ваше поле не должны проникать помыслы о срывах и о прочем. То есть, понимаете, это очевидные вещи. Все, что вас срывает, делает вас не сильнее, ребят. Делает вас только хуже. Поэтому все, что вас окружает, фильтруйте это обязательно, ребят, фильтруйте. Это ваши сети, это ваши каналы, это все, что вы наблюдаете, все, что вы слушаете, все, что вы внимаете, все каналы YouTube, это обязательно нужно фильтровать. Потому что если туда попадет хоть малейшая какая-то информация о разрушении, да, даже скрытая, со скрытыми смыслами, то ваше подсознание ее применит и будет действовать по этим принципам. И вы, скорее всего, сорветесь, и вы, скорее всего, даже забьете на воздержание, на всю эту тематику, просто сольетесь. Потом о чем будете, возможно, жалеть, скорее всего. А если вы воздержитесь, будете стоять на истинном пути, поверьте, очень мало, тут-то практически нету таких, кто пожалел бы об этом, кто стал на истинный путь и воздерживается. Поэтому, ребят, держите это в голове всегда. Ваше поле должно быть чистым. Не впускайте туда пагубные мысли о разрушении и о прочем. Также это относится к фильмам, к музыке. Все, что вы слушаете и потребляете. То есть старайтесь это вообще регулировать конкретно, чтобы это не развращало вас. Все вредные привычки. Убирайте их из своей жизни. Убирайте, ребят, убирайте. Это ведет вас на дно. Смотреть порно, развращенку, обнаженные девушки. Это все классно, здорово, если молодой вы этого хотите, да, но становясь на истинный путь, вам это не нужно. Вам это абсолютно не нужно. Воздержитесь, братики, воздержитесь. Следующее. О девушках. Что можно сказать о девушках? Девушка, да, это человек с потребностями, да, но не смотрите на них как на к себе равного, потому что девушки – это существа, люди, вопросов нет, но у них немножко другие взгляды и установки на эту жизнь. Если вы молодой парень и вы воздержитесь, то девушка, она ничего хорошего в основном не принесет, кроме разрушения. Я не говорю о всех, я не говорю о всех. Есть достаточно классные девушки, которые мотивируют, которые только и держат вас, и поддерживают, но в основном, ребята, это жизнь, поверьте. Исходя из своего личного опыта, девушка, она, скорее всего, будет топить вас на дно. Она будет вас угнетать, и все ваши начинания она будет замораживать, либо сводить на нет. Поэтому обязательно, ребят, Вот в этом плане, как бы лучше держитесь подальше от девушек. Смотрите на них, как на людей, с другой установкой на эту жизнь, с другим взглядом. Относитесь к ним просто по-другому. Вот. Следующее – творчество, ребят. Прежде всего, творчество обязательно. Занимайтесь творчеством, развивайтесь. Будет вам счастье. Потому что творчество, будь то любое творчество, оно будет вас мотивировать и держать всю вашу энергию. Музыка, ребят,
ослабляющую музыку, слушайте правильную музыку. Не разрушайтесь, не деградируйте. С вами был Дмитрий Вайс, правильно. Для начала хватит.